Да, все. Здравствуйте, дорогие подписчики. Я очень вам признателен. Поехал я отвозить Женю домой после тяжкого рабочего дня. Одевай. Вот. А дальше суровость. Ключи. Так. Заводим, значит, мы наш любимый Юберчик кнопочкой. У нас кнопочная жизнь. Мы живем в мире кнопок. Включаем первую передачу. Даем чуть-чуть газку. И сцепление. Плавненько сцепление отпускаем. Вот. Ой, песика надо пропустить, а то он обидится. Так. Бибизика едет. Вот. Поехали. Так. Оп. Всякие ямки. Объезжаем их аккуратно. Объезжаем. Оп, лежачий полицейский. Объезжаем. Это микрорайон Усольский. Здесь живется, ну, кому как. У кого какая котлета, тому так и живется. Оп. Говорить. Сегодня прошел день. Ну, довольно-таки неплохо. Сняли обзор на новый Red Bull со вкусом черники. Ну, он не новый, так просто в пятерочке по акции был. Вот. Выложу одновременно видео вот это и обзор Red Bull со вкусом черники. Вот так вот мы верно, но медленно набираем скорость. Это передача, полный газ. Одеваем противогаз и учимся со скоростью 90 км в час. Вот горочка. Набираем скорость. Набираем скорость до сотни. До сотни набираем скорость. А спереди у нас светофор. Тормозные колодки очень хорошо справляются с грузом. С грузом сколько сейчас? 130 килограмм на мотоцикле. Даже чуть больше. 140 с одеждой. Вот так вот машиночки все едут. Тут пропускать надо всех. Нет, ехать надо, что это? Давай. Это Усолье. Въезжаем в центр. Дороги сухие. Шикарно. Помехи справа нету. Это центральная улица у нас. Вот, тут у нас стадион. Девчонки, мальчишки прыгают. Тут у нас яма такая. Ух! Амортизаторы в отбойник бьются. Женя что-то орёт, боится, видимо, то, что мы упадем. Вот. Амортизаторы на UBR справляются на ура, съедают все кочки. Довольно-таки мягко едет мотоцикл. Что-то машинка тут аварийка мигает, девочка идет. Вот тут щебеночка. Дорожки у нас тут ассорти, какие хочешь. Хочешь гравий, хочешь асфальт, хочешь ямки, ухабы. Для каждого найдется по своему вкусу дорога. Кому-то асфальт, кому-то ухабы.
всем не угодишь, поэтому приходится не латать дороги, туры не заделывать, потому что кто-то любит по ямам, чтобы после того, как ты поел шаурмы, тебя потрясло и тебе захотелось еще. Будет скучно, если будут идеальные дороги, и ты не сможешь объезжать их, эти все ямочки. Когда все ямочки на дороге есть, вот эти все неровности, у тебя концентрация внимания повышается, ты уже не гонишь. Были бы тут идеальные дороги, тут бы все гоняли, как гонщики Формулы-1. И, наверное, бы сбивали пешеходов и разбивались бы в лепешку. Поэтому ремонтировать дороги нельзя, дабы обезопасить водителей от гонщиков и лихачей. Вот. Подъезжаем к месту назначения. Сейчас мы встретим Ромку Романыча. Хотят его забрать в армию. Он не хочет, никто не хочет. Государство все должны, но государство никому ничего не хочет давать. Вот так вот. Въезжаем в стройку. Вот там одинокий паренек ждет нашего приезда. Сейчас мы расчекрыжимся тут. Постоим, поболтаем. Ну, с вами был Артемон, Жентос и Роман. Попрощайтесь. С ютубчиком на мониторе смотрят ребятки на ваши фейсы. Не, ну подписка, лайки. Да. Видите, подножка проваливается в землю. Земля очень рыхлая. Опасно. Опасно. У меня один раз уже так упал мотоцикл и пришлось клеить обтекатель. Подножка совсем распоясалась. Ладно, на траву поставлю. Трава. Верное решение.